Она была надеждой и проклятием Альянса. Все в одном лице. Умная, красивая и смертельно опасная. Стоило ли удивляться, что она покинула Альянс, пройдя через портал, чтобы основать свою собственную империю там, за границей миров. И сейчас, подчинив своей воле бесчисленную Орду, она вернулась, чтобы преподать Альянсу уроки смирения и покорности. Но ее ждет сюрприз. Я абсолютно уверен, что мой ученик не способен усваивать уроки. Для нас обоих есть более легкий путь. Почему бы тебе не открыть свой разум? Ты много о себе воображаешь и шпаришь, как по учебнику истории. Несносный мальчишка. У тебя сильная воля, но я сломлю ее. А ты правда была в Альянсе? Ты говоришь прям как мой старик, только голос женский. Начнем. Поприятней. Ты последний живой маг Альянс. Вот сюда! Thank you.
Иди, может еще увидеть. Это все?